Итак, всем привет, с вами Дабгай, мы продолжаем играть за Вингбардию в Эквестриум, что серии. Мы, во-первых, присоединили себе новые территории небольшие, а во-вторых, мы сделали фокус на наследника и, в принципе, прошли все его ивенты. И наш наследник будет, ну, таким, средничком нормальным. Я посмотрел немножко про то, каким он еще мог выйти. Он мог выйти, во-первых, плохим гедонистом с очень неприятными дебафами. Наш вариант вот этот нормальный чел. Он просто будет иметь немножко политики, но, в общем-то, вы, я думаю, в один момент видите, когда король сменится. Либо он мог пойти с фашистской партией, при этом оставался в нейтралах. Ну, не знаю, там тоже не было никаких сильных бафов, так что я подумал, нормально. И вариант был там, где он станет хорошим королем, но я так и не очень понял, как его достичь. То есть надо было, видимо, какие-то прям конкретные нажимать выборы в решениях, но не стал плохим, как бы и ладно. В любом случае, по фокусу мы сейчас еще немножко возьмем вот здесь вот очень приятный баф на промышленность, потом, я думаю, возьмем баф на исследование. Может быть, мы возьмем еще здесь вот штурмовики, чтобы побыстрее тактические бомбардировщики исследовать, и потом еще истребители, и затем мы уже наконец-таки после всего всех этих опциональных фокусов пойдем за Эфиопией. Здесь она называется Абиссиния. Собственно говоря, вот сюда мы после этого всего поплывем. Но пока, я думаю, мы еще параллельно здесь позахватываем что-то. Единственное, подожжем политку для Казусабели. Поехали. С какой-то странный ивент, запрос ученого. Давайте попробуем. Видимо, это даст какие-то бонусы к исследованиям. Здесь у нас уже казус белли готов. Я буквально немножко еще потренирую наши дивизии, наверное. И, в принципе, мы будем готовы нападать. Ну, еще план вот. Бонус планирования мы тут получили. Буквально вот эти две дивизии сейчас дообучатся. И мы будем устанавливать организацию. И после этого уже нападать. Кстати, как вы можете видеть, мы потихоньку тут выходим в танки. Потому что, ну, у нас экономика хорошая. Самолеты мы себе уже исследовали. Вон истребители вторые. В один момент истребители третьи тоже исследуем. Вот с этим вот бафом на 2 года. Так что можно все уже и танки начать делать. Так, авиация на позиции, пехота на позиции. С бонусом от планирования. Можем начинать наши атаки. Позиция у них укрепленная, конечно. Сразу просто так взять не получится. Но на дистанции с поддержкой авиации, я думаю, мы вот да, пробиваемся нормально. Конечно, опять же, не хватает немного танков на данный момент. Но я думаю, к моменту столкновения с серьезными вражескими дивизиями мы танки уже сможем иметь в нашей регулярной армии. Вот эксперимент успешный, плюс политическая власть, плюс бонус к исследованию магической технологии. Единственное, я не уверен, что это считается магическими технологиями, да? Ну да, да. Ну, приятно. Нормальный бонус. Возможно, там можно было провалиться, и тогда получилось бы еще больше дебафов. И вот, схватили мы бандитов, без особых, опять же, проблем. Можем пока куда-то еще подрасшириться. Здесь какая-то идет война, но вот здесь нет. Поэтому давайте вот сюда мы можем расширяться. Параллельно я начинаю исследовать, инвардия просыпается. До Эфиопии, пожалуй, я хочу сначала вот этот фокус взять и как бы начать национализировать земли, чтобы мэнпауэра поднять, потому что мэнпауэра очень не хватает. Ну и параллельно, да, мы будем что-то захватывать. И вот наш фокус готов. У нас теперь называется страна Объединенное Карфинское Королевство. И мы теперь в наших оккупациях можем поставить... Так, здесь не можем, а вот здесь вот можем интеграцию. И только на одну страну мы на самом деле можем интеграцию. Вот давайте еще здесь где-то сможем, я ожидаю. Ну а здесь мы просто дальше поддержим тайную полицию. Здесь вот, допустим, можно местную переставить уже, в принципе. И попозже здесь тоже переставим место, потому что нам нужен manpower. Очень уж нам его не хватает. Собственно говоря, здесь всякие казусы белли. Это уже нам не интересно. Нам интересно новые самолеты исследовать. И вот сюда у нас казус белли готов. Объявляем войну. Наша армия здесь готова. Переходит наступление. Также здесь берем бафы на исследование. И авиация у нас тоже на месте. Очень нам неплохо помогает здесь тоже пробиваться. Танки потихоньку. Вот мы исследуем второстепенно вот эти техи. Нужно будет еще артиллерийские техи поисследовать. И в принципе
потихоньку мы к нашим танкам придем. И говоря, параллельно в мире началась война Лонгсворда с Речной Федерацией. Я ожидаю, что Лонгсворд будет уничтожен. Уж слишком, он слаб по сравнению с вот этим вот огромным альянсом. И Аквелия здесь очень неплохо расширяется. У нее на самом деле очень сочная промышленность, я бы сказал, примерно как наша. У нас сейчас еще здесь вот дома захватит. И здесь также такая же большая империя грифонов. Я ожидаю, что скоро они вступят в войну. В один момент, кстати говоря, мы тоже вступим. И здесь ченджлинги захватили оленю, захватили, сделали себе северный протекторат. И скоро, я думаю, нападут уже на Эквестрию. Вот и Бродфельд тоже капитулировал. Мы уже так неплохо подрасширились. Можно попробовать еще куда-то сюда, на самом деле. Вот. На самом деле, вот этот еще блок бы победить. Да, давайте так и сделаем. Перед тем, как идти в Эфиопию, захватим еще вот эти страны. Ну и перед тем, как сюда идти на север, да. Хотя, ну да-да. Сюда будем делать Казубели, повоюем здесь, победим. Затем перейдем туда на север, там победим. Затем перейдем к Эфиопии. И затем уже будем, я думаю, пытаться объединять этот континент. И мы, кстати говоря, наконец-таки начинаем миссию по краже завод убийцы нашего, я так понимаю, отца. И так как мы уже назначили сюда агента, вот этого агента можно переназначить куда-нибудь еще. Я бы сказал, вот сюда, в Гриффинстоун. Будем здесь делать как раз-таки колобки, которые я хотел делать, чтобы побыстрее мы набивали там подчинение. Потому что, ну, чем выше подчинение, тем нам лучше. Потому что мэнпауэр на гарнизоны потихоньку будет уходить все больше и больше. Уже, в принципе, такие нормальные числа уходят для, по крайней мере, наших людских ресурсов. Только перед нападением получили фокус вот эту небольшую страну. Собственно говоря, отсюда мы пока армию отведем. У нас здесь еще сколько? Еще 50 дней. Здесь у нас уже можно напасть, собственно говоря. Авиацию я сюда подвел. Можно призвать, что это Пьемонт. Ну, давайте Пьемонт-то мы и призовем. И сразу же начнем нападение. Кстати говоря, очень важно именно нам захватить столицу, чтобы случайно они там не забрали чего-то лишнего. Так, ну-ка, они капитулировали. Вопрос, почему вы, вот, не сдались. Так, ну, в теории им ведь должно хватать фарскора, то, чтобы захватить. Да, и у нас все окей. Мы просто взяли и захватили эту территорию, и я подозреваю, что туда мы можем поставить как раз-таки... Да, интеграцию, все верно. Здесь мы нигде это поставить не можем, окей. А вот и наши агенты справились со своим задачей. Убийцу короля мы, конечно же, казним. Собственно говоря, это должно чуть-чуть завершить... Должен, в принципе, завершить расследование, я так полагаю. И, кроме того, у нас здесь наша авиация готова вся. Казубери наш готов, собственно говоря. Теперь мы готовы нападать. Вот у нас здесь последние мысли. Справедливость для Гумберта. На самом деле, я немножко проспойлерю. Здесь есть второй вариант, но для этого нужно было выбрать конкретный вариант при поиске доказательств. Я вот сейчас уже, ну, сейчас уже перед этой серией посмотрел все варианты, как и с нашим принцем, кем может стать принц, уже после моих выборов. И я реально правильно выбрал убийцу, но там нужно было выбирать не... Что там, оружие, по-моему, искали, да? Не оружие, а нужно было почту. Если ты возьмешь почту, тогда у тебя здесь будет другой вариант. Как догадаться того, что надо смотреть почту? Никак. Ты должен угадать. Это, мне кажется, очень таким себе, то, что расследование зависит от рандома. Но что поделать? Как бы, что есть, то есть. В любом случае, наше нападение готово, так что сейчас мы будем объявлять войну. И кроме того, мы тут еще флот подвели. Ну, теперь мы, давайте, готовы нападать. Объявляем войну. Сразу призвала союзников. Ну и у нас здесь везде все выглядит зеленым. Кстати говоря, здесь у них даже вон снабжения не хватает. Это тоже не может не радовать. Ну и авиация отрабатывает свое топливо. И параллельно здесь вот мы будем топить их корабли. Я думаю, ко всему прочему, нам реально стоит еще сделать вот так.
и топить не только конвои, но и пускай наш флот помогает и топит именно их боевые корабли. Собственно говоря, я думаю, через какое-то время мы получим полное присутствие на море, потому что у них больших кораблей мощных нету. Обнаружил я один мем, очень неприятный вот такой вот. Но я думаю, мы сейчас с ним справимся, так что ладно. Но, конечно, мем неприятный. Тут, оказывается, еще пару провинций было у них. Из-за этого они нам в туза зашли, так сказать. Вот, кстати, битва на море. Ну да, опять же, без тяжелых кораблей, но шансов у них нету. Они просто теряют свои корабли. И пока что, пока мы не национализировали территорию, пожалуй, я повышу службу, потому что без мэнпауэра у нас гарнизоны начнут гореть, да и войска, конечно, не смогут нормально сражаться. И первая страна капитулировала. Кроме того, что захватить нужно вот эти территории второй страны, нужно еще какие-то острова захватить, по моему опыту. Так что мы сейчас будем еще высаживаться здесь везде, в провинции разные. Типа туда вон дивизии отправим чуть-чуть, сюда отправим тоже чуть-чуть. Ну и, надеюсь, так. Мы что-то... Надеюсь, что вот этих небольших хватит островов. Потому что иначе придется еще побольше высаживаться. А высаживаться, конечно же, впадло. Это надо ждать подготовки каждый раз. Единственное, что радует, что мы, конечно, без каких-либо вообще проблем высаживаемся. Потому что контролируем море очень даже хорошо. Здесь вот только придется чуть-чуть еще побольше подождать. Ну, что с этим поделать, как говорится. Это мы ускорить не сможем никак. Но, на всякий случай, сразу будем готовить еще выставки в другие места. И вот обе эти страны наконец-таки сдались. Съедаем, соответственно, хобби. И наша страна уже выглядит так, ну, серьезно. Уже с неплохой военной промышленностью. С неплохой армией. Единственное, конечно, людских ресурсов нам не хватает. Причем серьезного количества не хватает. Но что с этим поделать? Интегрировать только какие-то вот территории здесь. Кроме этого, мы ничего больше делать-то и не сможем. Ну и, кстати говоря, я начинаю делать фокусы на Эфиопию, потому что здесь мы фокусы, в принципе, все сделали. И у нас, как можете видеть, здесь есть еще Казусбелли, поэтому перед Эфиопией мы, конечно же, эти страны захватим и начнем интегрировать. По крайней мере, Гриффонстоун так точно. Итак, войска на позициях. Авиация на позициях, чуть-чуть буквально. А, ну окей, все, у них эффективность набрана. Так что мы идем за Гриффонстоуном. И вообще ноль проблем. А здесь у Эквестрии все так плохо, что она позвала за помощью Сталинград. И они все вместе пытаются сдержать чейнджлингов, но выходит, судя по всему, не очень. У нас, конечно же, все выходит отлично, но мы воюем со странами намного легче. Так, а Збель готов. Мы тут восстанавливаем организацию. Авиация вся у нас на позициях. Собственно говоря, организация восстановлена. Можно нападать на последнюю нашу, ближайшую, по крайней мере, цель на нашем континенте. Затем мы пойдем вот сюда за некоторыми другими захватами. Забавно, что теперь называется Соединенное Королевство Ариса. Они хотят нам давать ленд-лиз, но кто мы такие, чтобы отказываться от бесплатного снаряжения? Ну и мы, очевидно, без особых проблем спокойно пробиваемся и захватываем новую страну. Вот падение Карфина, ну и... Отлично. Я ждал немного, точнее, совсем другого. Мне казалось, что я сейчас их аннексирую. Видимо, что-то пошло не так. Ну, в случае, у нас одна армия уходит на юг, здесь достраивается еще армия, ну, точнее, вот это вот будет полный, но параллельно мы начнем подготавливать наши другие пехотные армии, затем мы уже с механизированными нашими исследованными войсками начнем делать танковые дивизии будут воевать у нас здесь,
очень много. Здесь же мы, конечно, обойдемся только пехотой, потому что здесь снабжение будет не очень. Здесь одни пустыни. Так что будут определенно проблемы. В любом случае, эту серию уже пора заканчивать. В этой серии мы неплохо так расширились. Промышленность у нас уже серьезная. Армия уже очень даже шестерка, самое главное, прокачанная. Потихоньку даже мы тут отстраиваем флот подлодок. Он нам в один момент тоже может пригодиться. Так что я думаю, все пока что идет у нас отлично. Ну, собственно говоря, как я и говорил, ребята, серию пора заканчивать. Так что с вами был DubGame. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно, ребята. До скорых встреч. Пока.